Ты тут справишься? Буду грустить, но справлюсь. Я тебя обожаю. You give me a smile, a piece of your heart. You give me the fear I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. И в полночь третьего дня даже сам парламентский пристав и тот заснул. И вот тогда... Гарри? Я Линда. Ну, здравствуй. Была жуткая политическая борьба и полное дерьмо. А потом старик наступил на глотку Гуйбергу. Как здорово. Это сосновый пол? Да, наверное. Да. Слушай, Линда, полное разоблачение. Да, я не ношу обручальное кольцо, но вообще-то я женат. Я снял кольцо полтора года назад, когда мы решили разойтись. Договорились расстаться. Первое, о чем мы смогли договориться. Спасибо, что сказал, Гарри, я это ценю. Просто полная откровенность. Мой девиз. Он ведь не выстрелит, правда? Пойдем в другую комнату, проверим. Гарри? Я Моника. Ну, тогда здравствуй. Мне пора бежать. Может быть, хватит моркови? От тебя один негатив. Что? Я пытался не замечать. Быть оптимистом. Гарри, хватит нести чушь. Нести чушь? Да. Придержи язык. Я ведь тебе не одна из твоих на все согласных давалок. Милая, как я рад тебя слышать. Ты скоро вернешься. Ты мне нужна. Возвращайся побыстрее. Гарри, я не могу уехать. Осталось 2 дня. Я люблю тебя. Да. И я тебя. Книга называется «К порядку Оливер», и ее автор — Сандра Феррар. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Кто ты такой? На кого ты работаешь? ЦРУ? АНБ? Так, Бармаш. Адвокатская фирма? Да, адвокатская фирма. Зачем ты следишь за мной? Искоразводик, кретин. Моя жена тебя наняла? Нет, она наняла Такман-Марш. Такман-Марш наняли меня, я работаю на Такман-Марш. Что? Сэнди. Боже, что ты как маленький, со всеми бывает. Мы ведь им объясняли, что в этой передаче все может хорошо. Быть только Оливер. Я Стелла Кони просто идиот. Не расстраивайтесь. Я думала, это никогда не кончится. Я тоже. Подожди, я смою грим с лица.